Всем привет, с вами Камикадзе, и сейчас я вам покажу, как установить моды на Minecraft версия 1.7.2. И что ж, для этого нам понадобится Forge, который вы сможете скачать, перейдя по ссылке в описании. Так вот, после того, как мы скачаем, у нас появится вот такой вот файлик, Forge 1.7.2. И до этого у нас должен быть обязательно запущен Minecraft версии 1.7.2. То есть, чтобы мы его один раз запустили и зашли на каком-нибудь, ну, на любой свой мир. Просто, чтобы все файлы у нас загрузились. Далее, у нас здесь, допустим, папочки mods нету. И вот, мы скачали вот этот вот Forge, запускаем его. Ждем, когда он запустится. Это будет недолго. И, кстати, обязательно, что нужно, чтобы он запускался у вас не в архиваторе, а при помощи Java, то есть... вот при помощи Java TM платформ вот этой вот штуки. Далее, у нас появляется вот такое вот окошечко. Здесь мы указываем путь до нашего Майнкрафта, то есть до папки .minecraft. Далее выбираем, для чего мы устанавливаем, в нашем случае это для клиента. Нажимаем ОК. Мы ждем некоторое время, пока у нас устанавливается Forge. Это займет не более полуминуты. Все. Все у нас установилось. Далее. Что нам надо сделать? У нас здесь появляется папочка версия, ну, в папочке версии у нас появляется папка Forge. Это есть наш Forge. Папки mods еще нету. Для этого нам надо запустить наш Minecraft. Мы его запускаем. Ждем некоторое время, чтобы он запустился. Так, давай быстрее. Все, Starting Launcher, и он сейчас у нас запустится. Вот. Далее, что нам надо сделать? Нам надо, во-первых, залогиниться. Так, логинимся. Где Skype? Логинимся, так, язык English. Пишем мой ник, пишем мой пароль. Это быстро. Вот, мы залогинились. Далее, что нам надо сделать? Вот у вас будет написано здесь профиль ваш ник. И будет стоять самая последняя версия, это версия 1.7.4. У вас будет это все выглядеть вот так. Но нам надо сделать вот так. Здесь написано профиль, нажимаем вот эту стрелочку вниз, выбираем Forge. Если что-то здесь будет написано не... Ну, будет написано не Forge 1.7.2, а что-либо другое, мы нажимаем Edit профиль, крутим в самый низ и выбираем наш Forge. Далее сохраняем и нажимаем Play. Ждем некоторое время, так как у нас уже Minecraft запускался на 1.7.2, и у нас это все проходит практически моментально. Итак... у нас сейчас должен запуститься Minecraft, и там должно быть написано, что у нас установлено 3 мода. Это Forge, там всякие еще прочие моды устанавливаются с этим Forge. Нас интересует только Forge. Итак, давай быстрее. Вот. У нас установлено 3 мода. Mods. Тут у нас Forge, Forge Mod Loader и Coder Pack. Все. Это у нас базовые 3 мода. Кстати, заметьте, Forge на данный момент в бета-тестировании, как бы, в бете. Далее мы закрываем наш Minecraft, заходим в нашу папочку .minecraft, и у нас появляется здесь папка mods. Далее, я приготовил 2 мода, которые я уже обозрел, и вы уже, скорее всего, видели. Это мод Battle Tower и Update Checker мод. Battle Tower — это добавляет данжи в Minecraft, а Update Checker мод... этот мод как ищет обновления для ваших модов, то есть если у вас, допустим, установлены какие-то моды и они у вас устарели, то update checking вот этот мод, в общем, не запомнил, как он называется, он должен обновить ваши моды до последней версии, либо он вас будет предупреждать о том, что вот мод обновился, пожалуйста, зайди на этот сайт и скачай его. Итак, у нас запускается Minecraft. Это будет чуть-чуть подольше, на секунду примерно. Да. И просто ждем. Вот. Все, у нас практически запустился. Так. Запускайся. И черное окно и магия. 5 модов. Все. Наши моды установились. Это Coder Pack. А нет, он уже был. Вот, Update Checker мод и Battle Tower. И смотрите, на таких мод, на некоторых модах можно настраивать конфиги, то есть прям не выходя из Майнкрафта, и также можно его, по-моему, отключить, если не ошибаюсь. Да. Ну и вот, вот тут можно настроить конфиг.
Ну и вот, мод устанавливается очень легко. С вами был Камикадзе, если я вам помог, естественно, ставьте лайки. Лайки — это же очень круто, да. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Всем пока-пока.